Добрый день, друзья. Мы опять попали на свадьбу к соседям. Я вам все покажу, что как есть. Не знаю, что здесь происходит, киногиджизи или ночные, или еще что-нибудь. Но вот я вам все это покажу. Так, мои хорошие, вот мы попали на соседскую свадьбу. Посмотрите. Сегодня тоже ночь кины, хны. И вот вам покажу сейчас невесту. И сегодня побольше людей. Здесь более организовано. Это все в нашей деревне. Вот там люди очень много. Мы здесь посмотрим, что и как будет. Вот действительно, сегодня невеста на троне сидит. Мы так сели все, как в театре. Повезло в этот раз на свадьбы. Ну не свадьба, а ночь. И невеста открытая. И в современных платьях девушки. Как раз украсили двор в шариках. Я вам объяснила уже до этого, в чем состоит суть. Вот будут плясать, потом будет мазать ее хной. Танцы, пляски до поздней ночи. Мы на той свадьбе до часу плясали. Друзья мои, я смотрю на гостей, и здесь больше современных девушек. Очень красиво одеты, и очень много открытые наряды. Это в нашей деревне. Мы на той свадьбе, я была в другой деревне ездила. Это наши рядом соседи. Очень красивые девушки, говорят, они приехали, сторона жениха с кони, а невеста вот наша. Видите, какой трон принцессы. Посмотрите, как красиво подготовили деревья. Видите? Говорят, что вот мне сказали, что отец этой девочки живет за границей и имеет деньги, хорошим положением финансовым. И когда она плясала сейчас, и он с ней плясал, он ее осыпал деньгами. Вот такие пляски будут бесконечные. Мы сидим как в театре. Посмотрите, какая лапуля танцует. Мама, где, не знаю. А ребенок сам собой. Сестричка пришла, наверное.
нравится. Потерялась. Пошла. А не морда. Танцует, танцует, не заканчивается. А что с бургером перейдет? Хочу поближе вам показать. Видим, какие платья красивые девочки. Посмотрите, как на сцене сверху, в театре. Здесь более организованная свадьба. Посмотрите. Жених и невеста. Не успела снять. Так, видите меня, я на свадьбе нахожусь. Свадьбы не заканчиваются. Мой обряд здесь. Здесь все по-другому. Посмотрите на подружек со свечами. Девушки в венки одели. Ой, какую красоту я вам показываю, друзья мои. Посмотрите, какие девочки все одели венки. Сколько их? Более современный вариант. Не заканчивается. Ашки, мы убедим сандали. Сейчас я вам покажу все поблизости. Смотрите, что как красиво. Покажу вам невесту и жениха. Сейчас будете танцевать вокруг них. Целое представление, сценарий. Посмотрите. Грустные песни. Посмотрите, друзья мои. Какие красивые девушки, все с цветами, с свечами, веночки у них, ходят по кругу, вокруг жениха и невесты.
видите? Такой ритуал, я вам объясняла раньше, что специальный ритуал прощания. Здесь эти свечи разжигают любовь к будущему мужу. Трон такой. Посмотрите, столько людей здесь. Очень много людей. Как в театре все собрались. А здесь приготовлено на... Очень интересно, очень красиво. Там престол и кресло. Невеста поет, благословляют ее, молятся за нее, чтобы сердце разожгло в ней любовь к будущему мужу, потому что многие девушки так выходили, первый раз видели своего мужа на свадьбе. Смотрите, какая красивая. Не открывает она, потому что хочет золото. Свекровь должна прийти, потому что это свекровь. Не открывает. Тут игра такая. Я вам показывала уже раньше, но сейчас более. А, свекровь должна подойти. Свекровь должна прийти и положить ей золотую монету. Не может открыть. А, говорят, больше. Вот смотрите, как здесь. Ого, какая монета. Вы видите? Огромная монета. Посмотрите. Свекровь принесла. Вот показали. Ого-го. Сейчас сверху тоже. Потом оденут рукавичку. Смотрите, как красиво же все видно. Сейчас зятю.
А зятю будет давать мама невесты. Смотрите, как красиво девушки стоят все вокруг. Потушили свечи. Сейчас жених должен поцеловать невесту. Сейчас будет свечки. Сейчас лучше подальше отойти, потому что будет фейерверк. Друзья, мне сегодня очень понравилось. Так, лучше отойти подальше от греха. Сейчас начались танцы. Опа! О, жених целует невесту. Какая красота! Сейчас невеста будет плясать вокруг жениха. Красивая невеста. Подойди поближе. Друзья мои, посмотрите. Невеста красавица. Ну вот сейчас будет вокруг плясать своего жениха. А король сидит, но без сигары. С кувшином, но потом в итоге его разобьют. Подружки какие красивые все! Красивое такое платье красного цвета, бархатное. Вы видите, я разбился! Не разбился! Вторая попытка! А, принесли! Ура! На камень бросила! Расхватали остатки. Сейчас будет танцы жениха. Красивая невеста. Как принцесса. Ее мама. Друзья мои, вот на этом самое интересное. Сейчас будет продолжаться танцы. И жених уедет. А потом, наверное, через воскресенье, как вот на той свадьбе, невесту заберут, и будет свадьба у жениха. Она оденет белое платье, красивое.
А сейчас они будут плясать, плясать, плясать и плясать. Радоваться. Надеюсь, вам понравились мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поднимайте пальчики кверху. Ведь я буду удивлять вас сюрпризами. У меня еще столько чего интересного, находясь здесь в деревне. До скорых встреч, мои хорошие. Ну, если что-то вдруг будет интересно, я еще добавлю. Всем присутствующим радостям. Такие конфеты. А нам не дали. Сейчас танцуют, друзья. Жениха. Друзья мои, не могла вам не запечатлить, опять вернулась. Вот такое раздают каждому. Каждому сок, орешки. Вот это хна вот здесь вот дают. На счастье. Вот я взяла две штуки. Два сока с мужем и два таких орешки. Хорошая свадьба.